Ребята, всем привет! Продолжаю делать свой турбоэлектрореактивный двигатель. Спаял по-быстрому вот такой коллектор из медной трубы и капиллярных трубок. Как это происходило, показывать не стал, потому что есть уже такая работа на канале. В общем, это топливоподача, ребята. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Если топливо подается в жидком виде, оно поступает на вход в испарительные трубки. Испарительные трубки идут в начало. И здесь зажигается смесь, начинает гореть и выбрасывается в реактивное сопло. Испарительные трубки, вон они, они нужны, чтобы испарять жидкое топливо. Потому что все это дело внутри находится. Они в раскаленном состоянии. И пока по ним пройдет топливо жидкое, оно испаряется. И вот здесь вот уже оно парообразное. То есть это даже лучше, чем форсунки. В таких компактных камерах сгорания эта система работает очень хорошо. Спаял коллектор, сейчас покажу вам, как он работает. И мы приступим к сборочке и испытаниям первым. Подключил к баллону, открываю его, это газ. Так мы видим, все загорелось. Это потом загнется, то есть она немножко не туда сейчас работает. И вот так подается топливо. На малом газу видно, что все, в общем-то, равномерно горит. Все, можно устанавливать на камеру сгорания. Просто это дело все будет обжиматься и уже как бы по сути неразборная будет штука. Вот так камера сгорания выглядит после установки коллектора топливного. Можно вот здесь стянуть хомутом попробовать. У меня есть нержавейки хомутик для большей надежности. Вот такой красивый хомутик, ребята, из нержавеющей стали. Ну все, ребят, все, я подключил уже. Можно услышать. Ну вот еще один ТРД-образный аппарат на моем канале. Так что, друзья, сейчас будем запускать его. Агрегат, как изделие, еще очень и очень сырой, поэтому произойти может вообще все, что угодно. Правда, есть один маленький косячок, ребята. Баллончик практически пустой, и газа у меня нет больше. Надо ехать покупать. Поэтому первый запуск будет такой, на полупустом баллоне. Но слишком велико желание запустить его, так что стартуем, друзья. Так. Первый запуск электрореактивного двигателя. Раскручиваю компрессор до 500 ватт мощности. Открываю газ. О! Зажглась смесь. Запускать нужно на улице, ребята. Но вы видели, как красиво оно горит. Ребят.
Привезли полный баллон пропана, ребят. Сейчас устанавливаем всю систему и будем запускать еще раз. Прошлый запуск был неудачный, я на видео смотрел. Пламя не попало в камеру сгорания. То есть оно загорелось вот здесь снаружи, и за счет завихрения, образуемая зоной разреженного давления, оно все-таки сгорало, не затухало от напора, но сгорание было, сами видели какое. В общем, сейчас хочется подключить по-нормальному и посмотреть, что будет. Все готово, друзья. Баллон полный. Поставил его вот так под наклоном, чтобы шло жидким. Потому что газообразным не хватит мощности. Теперь нужно поджечь внутри камеру сгорания и запустить, желательно на полную мощность. Смотрим, что будет. Проникло. Горит внутри, ребята. Сейчас будем набалтывать. Уже раскаляется сопло. Добавляем газку. Потухло. Не хочет развиваться тяга, ребят. Потухло это дело все. Пробуем еще разочек. Ну, вполне возможно, надо делать сопла поменьше. Не создается давление, выдувает огонь. Либо подусовершенствовать камеру сгорания чуть-чуть. Гори. Елочка, зажгись. По-моему, меня немного подкоптило, что-то курицей жареной воняет. Жареными волосами. Что-то шкварчит здесь. Продуем немножко. Подсели акумы, ребят. Надо заряжать их и делать новые испытания. Загну вот эти сопла. И мы попробуем еще разочек, что получится. Сделал кое-какие изменения в камере сгорания. Сделал вот такие завихрители, ребят. По краю они находятся. Просто хотелось внутри этого проекта провести эксперимент. Как оно будет работать без этих завихрителей. Настолько ли они важны? Я думаю, важны, но хотелось посмотреть. В общем, сделал вот такие завихрители. Вот они. Раз, два, три. То есть здесь поток будет по кольцу закручиваться. Ну и здесь сделал в самых лучших традициях ТРД. Также внутри развальцевал отверстие.
Сейчас все соберу, и мы будем опять пробовать. Загнул лучи сопла таким вот образом, ребят. Хочется поднять внутри немножечко давление, потому что что-то сдается мне, оно там маловатое. Слишком большой выход я сделал. Ну вот, как видите, все продумано, все задумано для регулировки. Хотя бы, чтобы понять, если что, вот эту вещь всегда можно и переделать. Так, друзья, поехали, очередной тестинг на канале. В общем, как-то так, ребята, оно работает. Честно говоря, я не очень доволен. Вроде бы стало немножко лучше, но все равно есть какие-то проблемы. Зажигается легко, для горения много здесь не нужно. Попробуем разогреть камеру сгорания. Вот видно, как происходит процесс горения. Ребят, решил попробовать сделать газообразным, потому что жидким, ну, слишком оно охлаждается и перестает нормально гореть. В общем, сейчас посмотрим, как оно на газообразном. Работает тихо, мирно. Добавляем чуть-чуть оборотников. В общем-то, это был, ребята, такой вот интересный эксперимент. Получилась какая-то бешеная просто
нереальная горелка, можно свиней полить, можно крыши смолить ей, можно много чего, но лучше этого не делать на самом деле. Так что это одно из применений данного устройства. Далее мы еще что-нибудь с ним придумаем. По ощущениям, тяга была примерно 2-3 килограмма. Маловато, конечно, я рассчитывал на гораздо больше. По всей видимости, без турбины такой девайс действительно не особо будет хорошо работать. Но, ребята, я просто должен был это хорошенечко проверить. Еще, в принципе, испытания не закончены. Возможно, я все-таки сделаю смотровое окно на эту камеру сгорания, и мы посмотрим, как оно там сверху все это дело работает. В общем, в принципе, друзья, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Желаю вам хорошенечко отдохнуть на новогодние праздники. И поздравляю вас с наступающим Новым годом и с Новым годом тоже, кто будет после смотреть. В общем, всех благодарю за внимание, друзья. Всем пока!